Я и мое, значит, теперь видео, которое будет выходить в понедельник, да, каждый понедельник, с отчетом о прошедшей неделе и, значит, о планах на ближайшую неделю, да. А, ну что у нас за прошедшую неделю? У нас единственное, что добавили, это в кабинетах теперь есть у нас Waves доллар. Вот на этой неделе, значит, мы ждем, значит, функцию с переводами, да, внутри сайта всех валют, да, которые у нас имеются. И, значит, у нас будет ручная обработка перфекта, да. Вот эти два обновления у нас на сайте будут добавиться. Вот в ближайшем будущем, на этой неделе, ну, я думаю, что пока ничего такого глобального не добавят. Вот эти две функции нам сделают. Вот. Значит, что еще? Сегодня тоже читал, у нас тут новость, собирают один там участник у нас пул, да, зовет туда участников, чтобы заходили. Значит, ну все, наверное, уже читали. Я в свою очередь скажу об этом следующее, что все это вы делаете на свой страх и риск. Да, я как бы не против то, что этот участник там задумал, да, собрать сумму, там сколько он, лучше миллион, там больше, для процента большого, да, для парамайнинга, чтобы больше зарабатывать, получать доход. Но я скажу, что я ни за, ни против, но вся ответственность за это будет лежать только на вас. В случае, мало ли вам потом этот участник наклеит всем бороду, давайте нам потом не плачьте, что вас кинули. В общем, мы ничего с этим сделать не сможем. Вы делаете все это на свой страх и риск. Вот. И что еще? Сейчас тоже с офиса, когда уезжал, все, наверное, заметили, у нас участник откупился на бирже, да, все ордера были до определенного, там, до верхнего, были выкуплены. А в свою очередь, вы же сами стали опять этот курс давить вниз. Так что все, кто потом будет реветь, что маленький у нас курс, то как бы, ну, в этом вините только себя. Человек зашел, откупился. Я думаю, что ничего не стоит, да, для вас и там, допустим, для нас снова давить эту курс вниз. Смысл? Вот сейчас он, я уезжал, был 47 центов. Сейчас, наверное, он уже, ну, я не знаю, может, центов, так, сколько я смотрел, было 0,29, по-моему. Так что, ну, я не знаю. Вот для вас что-то сделали, да, и вот начинаете с своими же руками это все херить. Ну, неправильно это. Можно держать там, допустим, день-два. Ну, пускай будет цена не 47 центов, пускай она там, конечно, упадет у нас, но она будет не как была там на 0,14 Waves, да. Я говорю, что все зависит только от вас. Я говорю, что в свою очередь задирать там эту цену не будем. Как она будет идти у нас, так и будет. Но вы, я еще раз говорю, что вы своими руками этот курс хороните. А потом начинаете стонать в чате, почему такая маленькая цена. Вот. А то, что сейчас, допустим, будут стоять там ордера по, да, будет стоять в доллар, пускай там 5 центов будет, 10 центов. Это понятно, что вам кажется, что это много, но когда будет заходить новый участник и будет на бирже откупаться, то ему такая разница за какую стоимость брать монету. Может, на, если будет доллар или 30 долларов, все равно же будет покупать. Так что и я в свою очередь вам советую, да, вы тоже можете монету пока держать, пускай будет стоять большие ордера, будут на там отметке 10 центов, там 20, ну сколько удержим, да, но нахрена давить ее вниз? Специально я сейчас смотрел, устраивают гонки, кто быстрее вниз цену будет, ну кто быстрее вниз ордер свой поставит. Ну зачем? А потом начинается у нас, вот, что-то, как, где курс. Ну, короче, сами все вы знаете. Вот. Ну, давайте мы сегодня все посмотрим, как у нас будет. Мы вмешиваться не будем в это, да. То есть, как вы курс удержите, уроните вы его там, или как это будет, уже все зависит только от вас. Ну вот, друзья, в принципе,
такие новости у нас на сегодня. Давайте еще раз, значит, с пулом, кто свяжется, значит, это все на ваш страх и риск. Ответственность мы за него не несем. И курс, да, то есть, ну, все тоже зависит только от вас. Вот, давайте я тоже сегодня до вечера все посмотрю. Если у нас более-менее курс там устаканится, какие-то новости, может, будут. Я завтра что-нибудь еще тогда от себя добавлю. Но пока я еще раз скажу, что это все зависит только от вас. Если мы сейчас все ломанемся выводить монеты с сайта на биржу, и опять мы его уроним до той цены, которая была. Смысл? Я говорю, что мы зашли сюда с вами в проект наш на долгосрок. И все, что здесь у нас делается, зависит только от нас с вами. Как мы будем держать наш курс, как будем ценить нашу монету. Да? То есть, если мы в нее верим, мы ее ценим, мы будем ее беречь, не будем ее сливать там за копейки, да, курс рынка. И вот я бы на своем месте, я бы ждал, зная, какие планы у проекта, то лучше вложился, сиди тихонько, месяц, два, три, жди, полгода пускай придет. Ну вот, давайте на этом пока все. В общем, у кого что-то, какие-то будут, если вопросы, предложения, также мне пишем, сегодня, допустим, завтра. И завтра постараюсь, если у нас что-то будет, какие-то новости, завтра я еще запишу свое мнение, да, по поводу сегодня, и что-то уже завтра, может, донесу.